Еще раз рад видеть всех на канале. Продолжение ролика про Керенкур. То есть первая часть была, сколько идти по времени от санатория центра Союз до Керенкура, до начала Керенкура. Вот мы зашли на эту оздоровительно-лечебную тропу. Такая тут красота. Керенкур — это идет название от французского слова и переводится как лечение окружающей средой, переводится. И отсюда мода появилась впервые в Европе. Такие вот тропы, вот такую вот природу, лечебно-оздоровительные тропы, стали называть Керенкуры. В последующем также это появилось название и в России. Такие вот тропы, где вы получаете оздоровление с помощью пешей прогулки, стали называть Керенкурами. Вот это, кстати, семечки лежат. Подкармливает бурундуков. То есть, если вы идете в Керенкур, возьмите семечки и, возможно, покормите прямо из рук бурундуков. Пока мы не видим бурундучков. Надеюсь, они выйдут. И мы их тоже поснимаем. С правой стороны вдоль всего Керенкура идет речка Белокуриха. Вот такая вот она здесь бурная. В отличие от того, где она протекает по территории курорта. Вот здесь вот она такая, ой-ой-ой, бурная. Бурнущая. Весной, конечно, не так комфортно гулять. Все в грязи. Наша цель — дойти до пункта «Старая мельница». По дороге поснимать всякие камушки, природу окружающую, речку. Вот такие вот сказочные места. Все бурлит. Поваленные деревья. Google GIS показывает расстояние 1 километр до этой старой мельницы. Ну, в разных источниках про эту старую мельницу пишут разную информацию. Вроде как самое правдивое — это старая мельница — это старая лесопильня. Почему-то назвали мельницей из, видимо, из-за того, что она похожа была на мельницу. На самом деле там мельницы не было никакой, естественно. Просто там в том месте пилили лес, свозили туда его и бревна пускали по речке. Но это тоже как-то не верится, что бревна вот этой речки как-то благополучно проплывут, потому что кругом одни камни. Воздух тут, естественно,
чистейший, никаких промышленных объектов нету. Содержание отрицательных аэроионов, как пишут в источниках, выше, чем в знаменитом швейцарском курорте Давосе. Два раза, что ли, или три раза выше содержание отрицательных ионов. Будем верить, что теперь. Ну, чувствуется горный воздух. Это мое личное мнение. Привет хейтерам. Мое личное мнение, что все-таки воздух горно-морской, он лучше во много-много раз. То есть природа Сочи, природа любых других мест, где есть горно-морской воздух, там, мне кажется, самый лучший воздух, какой только можно придумать, но, естественно, без отсутствия промышленных объектов. Здесь воздух тоже приятный. Но что-то необычного я, честно, здесь не ощущаю. Больше даже, мне кажется, нам больше воздух, вот нам лично, это наше мнение, больше воздух нравится в районе Чимала, в районе Горного Алтая. Там воздух все-таки, мне кажется, совсем другой. Ну, здесь тоже пока каких-либо запахов я не ощущаю. Сосны или еще с чего-то. Может, просто не то время. Но тем не менее. Такая вот кругом у нас встречаются беседки всякие разные. Вон есть наверху беседка. Тропа потихоньку становится все круче и круче. Такие вот валуны лежат шикарные, огромные. Курорт, курортное место. Людей тут, люди посещают эти места активно очень. Но в это время, видимо, людей не так много. Очень красивое течение реки. Смотрите, она все бурнее, бурнее, все сильнее. Кажется, что течение просто быстрейшее, какое только может быть. Смотрите, какое. Маршруты 2-3. 309 метров. Станция номер 7. Везде отметки, что станция не... Что-то он там ломает. Камни, что ли. Так,
прекрасные пейзажи для рисования картин, для фотографирования. Шикарные пейзажи. Это ломали, это ломали. Тропа сужается уже, становится уже такой прям справа обрыв резкий, глубокий, а здесь узкая тропа.
этой, кстати, очень похоже. А, они еще подрисовали. Ну, они людей-то боятся змей. Когда я такой говорил? Пойдем. Я сказал, бурундуки здесь, а не змеи. Нет. О, красиво как, смотри. Да? Смотри, красиво как А, ну лучше так. Красиво, да? Как картинку можно рисовать. А? Все вкусное? Да. Не, осталось немножко. Сколько беседок, да? Можно сидеть, перекусывать. Тут смотри, еще будет, да? Смотри, красиво. Практически пришли уже к мосту. Сам по себе маршрут
по времени небольшой, 35 минут. 30-35 минут моя как бы стоит. А здесь какие-то мероприятия проходят. Кострище сделано, какие-то лавочка, здесь какая-то лавочка с ковром, чтоб не холодно было. Такая обстановочка. Мостик и беседочка. Видимо, какие-то мероприятия проходят. Здесь камни какие-то уложены. Странно, странно. Кто-то... Это... Или кто-то хотел сделать ландшафт. Благородит здесь. Ну чё, как шатается? Классно, да, считается? Опа! У нас там ноги осматривают. Это здесь не специально. Нет, там нет. А, вот змея, по-моему. А? Вот змея. Нет? Ага. Голова змея. Похоже. Голова змеи, видишь? Ага. Похоже? Да.
мы дошли до конца первого как бы маршрута. На место старой мельницы. Но опять же напоминаю, что мельницы вроде как здесь и не было. Это старая лесопильня. Здесь пилили лес и сплавляли по речке. Вот мы дошли до старой мельницы. Где-то остатки ее тут есть. Нет, это беседка, а где-то... Это не беседка, это старая мельница. Нет, здесь мельницы не было, пишут. Это просто название такое. А на самом деле здесь лесопильня была. Какое-то сооружение бетонное. Хотя фиг знает, вот что-то тут, видимо, скатывалось, болты такие мощные. А, вот старая часть мельницы, так получается. Вот деревяшки. Вот остатки. Вот, видимо, остатки вот этого сооружения. Как вот она упала, так и лежит. Ну, вот так вот, в принципе. Наш маршрут закончен по Теренкуру. Мы дошли до самой такой, так сказать, важной достопримечательности Теренкура. Маршрут до старой мельницы. Вот она, старая мельница, типа старой мельницы. И далее уже маршрут пошел другой. Он более... Тропинка тут уже узкая, и протяженность намного дальше. Поэтому на этой нотке с вами прощаемся. Прощаемся.
Ну, имеется в виду в этом ролике. На прогулка по Теренкуру заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Пока! Ксюша тоже говорит пока.